Специалисты ЖКХ приступили к обработке деревьев от карантинного опасного вредителя растений – американской бабочки. Насекомое повреждает более 300 видов растений и кустарников. Гусеницы этой бабочки полностью уничтожают листву на растениях. Специалисты ЖКХ распыляют на деревья раствор, который безопасен для людей, животных и птиц. Обработают все растения на улицах, в парках и скверах курорта. Всего в Анапе будут обработаны от вредителей 11,5 тысяч зеленых насаждений и почти 7 тысяч растений.